Всем привет, с вами Ольга, и в этом видео покажу свою посылку с китайского сайта Shein. Я выбрала себе вот такую штучку, платье, не знаю, удлиненную блузу, я даже не знаю, как ее правильно назвать, вот. Но для как бы того, чтобы носить дома, она вполне мне подойдет. Вот. Для улицы же, для меня это слишком короткий вариант. Ну, либо нужно что-то надевать вниз. Но так как леггинсы на улицу я не ношу, а дома могу себе это позволить, то ходить я ее брала целенаправленно дома. Хочу сказать, что у нее очень приятный материал. Во-первых, размер, кстати, я взяла L. И в размере L, кому интересно, вот здесь вот по груди получается 104 сантиметра. 104. Материал не тянется абсолютно, и материал этот не синтетика, а район. А район это у нас вискоза. Ну, вискозные волокна, возможно, какая-то там другая выделка, обработка. Я не знаю, я не швея, не знаю точно как. Ну, в общем-то, приятная. И вот так вот на ощупь действительно похожа на вискозу. Потом я ее погладила. Она легко, хорошо отгладилась, не на очень высокой температуре. Классная и по качеству именно пошива, и по качеству материала. Очень приятная вещь. Такая вот она, видите, струящаяся, довольно тяжеленькая. И думаю, что буду носить ее с удовольствием, тем более, мне кажется, будет просто супер, ну, как вообще вискоза вот такого плана, на теплое время года, потому что она имеет такое свойство небольшое, как бы, ну, холодок такой давать. Вторая вещь, которую я выбрала, я уже пыталась ее несколько раз заказать, хотела вот такой вот черный пиджак. Но когда я его хотела, его не было в наличии. Ну, то есть, например, были там разные другие оттенки, а мне хотелось именно черный. В общем-то, он никак не застегивается. Видите, здесь нету ни пуговиц никаких, ни кнопочек, ничего. То есть просто он идет как накидка. Материал у нас тут 95% полиэстера и 5% спандекса. Потом разрешена машинная стирка при 30 градусах, то есть деликатная. И вот если на сам материал посмотреть, видите, он такой эластичный, то есть тянется, и тяжелый, увесистый. Потом я его тоже гладила, он был немножечко мятый, пиджак, а вот подкладка внутри не тянется абсолютно. Ну и в принципе размер этот я брала XL. Если бы были пуговицы, застегнула бы его на себе, но, наверное, не совсем бы комфортно себя чувствовала или пошла бы вот такими вот дырочками между пуговиц. Вот. А так как он не застегивается, а просто должен как бы сидеть, да, свободно, как накидка, то поэтому с размером здесь у меня все нормально. И это был пока весь мой заказ, который я хотела вам показать. Спасибо большое за внимание. Все ссылочки на товары оставлю под видео. До новых встреч. Всем пока.